В рейд по ангарским дорогам накануне отправились представители окружной администрации. С 1 июня в городе начинает работать горячая линия «Ямы на дороге». Сообщить о проблемных участках может любой житель, позвонив по телефону 50 40 20. Стоит отметить, что аварийный или ямочный ремонт этой весной начался достаточно рано. Ямочный ремонт у нас выполняется двумя способами. Это вот этот струйно-инъекционный метод и метод горячего асфальта. Горячего асфальта заделываются определенные ямы. И еще, конечно, используются в случае, когда мы такой термин «собрать дорогу не можем», большое количество на участке ям, там делается картами. На сегодняшний день отремонтированы центральные улицы города. Подрядчик заступил на второстепенные, а также начал латать ямы в отдаленных микрорайонах – Цементный, Китой, Юго-Восточный, 4-й поселок и других.